Всем привет! Сегодня хочу рассказать об опрыскивателе на 5 литров немецкой фирмы Gardena. Сам опрыскиватель идет в разобранном состоянии. Все вот эти части нужно будет собрать. Ну, как бы ничего сложного здесь нет. Есть инструкция на русском языке, практически на всех языках. И как бы тут схемка есть. Ничего сложного нету. Еще такой буклетик идет рекламный, какая продукция еще имеется у этой фирмы. Ну, садовая техника. Как я уже и говорил, опрыскиватель на 5 литров. Здесь идет вот градация литража. Также есть в галлонах. Вот так. А в заливную горловину заливается вода. До 5 литров вставляется насос, закручивается. Также в опрыскивателе есть предохранительный клапан. В случае, если вы перекачали и создали давление больше, чем требуется, больше нормы, то он автоматически начнет спускать воздух. Рукоятка опрыскивателя удобная, очень хорошо лежит в руке и легко дозировать напор струи. Больше, меньше. Можно также зафиксировать, чтобы не держать постоянно пальцы, можно вот так вот она будет. Постоянный напор будет. На конце вот имеется такой распылитель. И очень легко регулировать распыление струи, то есть какая вам нужна в данный момент. То есть либо вот такая струя. Можно закручивать, получается, распыляется очень мелко тут. Вот такой вот струи. В комплекте также идет ремень для переноски опрыскивателя, что также удобно. Купил я этот опрыскиватель за 300 гривен. Есть также другие производители опрыскивателей, очень похожие по дизайну. Но я предпочел именно вот фирму Gardena, немецкая фирма. Меня он полностью устраивает и качеством, и дизайном. Очень удобно, в общем. Хорошая вещь. Вот, в принципе, и все, что хотел сказать, показать. Все, всем спасибо, пока. Кстати, совсем забыл сказать. Трава сошла меньше, чем через неделю. Вот такая она сейчас. Не везде, правда, как-то клочками она, но я думаю, что зайдет более равномерно. Чуть позже будет нормально. Папоротник тут.